Иисус в одежде белой, прости печаль мою. Тебе дух несмелый и тяжесть отдаю. Иисус, детей надежда, прости, что я скорблю. Темна моя одежда, но я тебя люблю. В моей душе нет места для страдания. Моя душа — любовь. Она разрушила свои желания, чтобы воскресить их вновь. Вначале было слово, ждите слова, откроется оно, что совершалось, да свершится снова, и вы, и он одно. Ни о чем я тебя просить не смею. Все надобное мне ты знаешь сам. Но жизнь мою, то, что имею, несу ныне к твоим ногам. Тебе Мария умыла ноги, и ты ее с миром отпустил. Верю, примешь и мой дар убогий, и меня простишь, как ее простил. И началась наша новая жизнь в Петербурге. Особенно для меня. Все с новыми и новыми лицами, в новом кругу интересов. И все менялось с удивительной быстротой. Я начала писать стихи с непринятым тогда ритмом и вольным размером. А так как вскоре заговорили о декаденстве, то и моя манера была признана декадентской. В северном вестнике Флекслера начали печататься Фёдор Сологуб, Валерий Брюсов и я. Сердце исполнено счастьем желания, счастьем возможности и ожидания, но и трепещет оно и боится, что ожидание может свершиться. Полностью жизни принять мы не смеем, тяжести счастья поднять не умеем, звуков хотим, но созвучий боимся, праздным желанием пределов томимся, вечно их любим, вечно страдая, и умираем, не достигая. Ни воли, ни умелости, друзья мне, как враги, моей безмерной смелости, Господь, о, помоги. Ни твердости, ни нежности, ни бодрости в пути. Господь, мои мятежности и дерзость освети. Я в слабости, я в тленности стою перед Тобой. Во всей несовершенности прими меня, укрой. Не дам Тебе смирения, оно удел рабов. Не жду я всепрощения, забвения грехов. Я верю в оправдание, люби меня, зови, сожги мое страдание в огне твоей любви. В Петербурге мы жили на улице Верейской, а впоследствии в громадном доме на углу Литейного и Пантелеймоновской, известным как дом Мурузи.
Последние годы века мы жили в постоянных разговорах с Дмитрием Сергеевичем о Евангелии, о тех или других словах Иисуса, о том, как они поняты, как понимаются сейчас или совсем забыты. Что-то в России в это время ломалось, что-то, народившись, стремилось вперед, куда это никому не было известно. Но уже тогда, на рубеже веков, в воздухе чувствовалась трагедия. Твой остов прям, твой облик жесток, шершаво-пыльный серый гранит, и каждый зыбкий перекресток тупым предательством дрожит. Как прежде вьется змей твой медный, над змеем стынет медный конь, и не сожрет тебя победный всеочищающий огонь. В 1998-99 годах в нашем кругу появился и Розанов. Мы стали близко к серьезному эстетическому движению, тому, где зарождался тогда журнал «Мир искусств» Дягилева. Это известный дягилевский кружок. Мы познакомились с участниками кружка Бенуа, Бакс, Нувель, Нурок и двоюродный брат Дягилева Дмитрий Философов. Осенью зима 1900-1901 годов прошла вся внутренне под знаком новых наших мыслей о христианстве и церкви. Как-то Дмитрий Сергеевич пришел в мою комнату и быстро сказал: «Конечно, настоящая Церковь Христа должна быть единая и вселенская. И не из соединения существующих, а совсем новая, хотя, может быть, из них выросшая». Наиболее близкий по духу к нам оказался Дима Философов, и мы иногда собирались только втроем. Мы решили создать открытое, по возможности официальное общество людей религии и философии для свободного обсуждения вопросов церкви и культуры. Собрание религиозно-философского общества открылись 29 ноября 1901 года. Неглубокая, но длинная, слева направо, малая зала географического общества на Фонтанке была переполнена. Сближение наше с Димой Философовым продолжалось. Он постоянно писал теперь в нашем журнале «Новый путь». И мы оба, я и Дмитрий Сергеевич, по его предложению перешли с ним на «ты». Я призываю любовь, я открываю ей сердце. Алая, алая кровь, тихое, тихое сердце. Тайному не прикословь, в тайне теперь мое сердце. Алая, алая кровь, тихое, тихое сердце. Путь наш единый, любовь, слей нас в единое сердце. Алая, алая кровь. Вещи, вещи, сердце. Все решено от Духа Святого. Он держит всех судеб ключи. Он всех спасет. Не трогай брата, не убеждай, оставь, молчи. Но если всем своя дорога, и есть завет, не прикословь, зачем же нам по воле Бога дана бездейственна любовь?
и никнет, тянется к земле. Страшна пустыня дождевая, охолодев во тьме, во сне, скользит душа, ослабевая, к своей последней тишине. Дневная ночь, ночные дни, живу без жизни, не страдая, сквозь сон все реже вспоминая в тени угасшие огни. Господь, Господь мой, солнце, где ты? Душе плененной помоги, прорви туманные наветы, о, просияй, коснись, сожги. Теперь я хочу рассказать о Блоке. Наше отношение можно было бы назвать дружбой. Лунной дружбой. Кто-то сказал, что дружба всегда лунная, и только любовь солнечная. Я долго ждал. Ты вышла поздно. Но в ожидании ожил дух. Ложился сумрак. Но бесслезно я напрягал и взор, и слух. Ранней весной кто-то позвонил. Иду, отворяю дверь. В передней темновато. Студент незнакомый. Нельзя ли мне записаться на билет? Мережковский читает лекцию. А кто вы? Блок. Вы Блок? Так идите же ко мне, познакомимся. Когда же первый вспыхнул пламень, и слово к небу понеслось, разбился лед, последний камень упал, и сердце занялось. Ты в белой вьюге, в снежном стоне, опять волшебницей всплыла, и в вечном свете, в вечном звоне церквей смешались купола. Кто видел утреннюю, белую, среди расцветающих небес, тот не забудет тайну смелую обетования чудес. Душа, душа, не бойся холода, то холод утра, близость дня, но утро живо, утро молодо, и в нем дыхание огня. Душа моя, душа свободная, ты чище пролитой воды, ты твердь зеленая, восходная для светлой утренней звезды. Проходили годы, говорили о Блоке, что он пьет, уходя один, пропадая по целым ночам. И каждый вечер в час назначенный, или это только снится мне, девичий стан шелками схваченный в туманном движется окне. Моей души в ее тревожности не бойся, не жалей. Две молнии, две невозможности соприкоснулись в ней. Еще опасное и властное слияние всех дорог, а все живое и прекрасное приходит в краткий срок. Душа моя угрюмая, грозная, живет в оковах слов. Я черная вода пенно-морозная меж льдяных берегов. Ты с бедной человеческой нежностью не подходи ко мне. Душа мечтает с вещей безудержностью о снеговом огне. И если в мглистости души, в иглистости не видишь своего, то от тебя ее кипящей льдистости не нужно ничего.
Зима 16-го года. Статья Блока к изданию сочинений Аполлона Григорьева. Затрагивался вопрос важный, где он утверждал о безответственности поэта, художника, писателя как человека. Ответная моя статья: поэтом можешь ты не быть, но человеком быть обязан. Договорились встретиться вечером. Все это было, кажется, в последний вечер, вешний час. И плакала безумная в передней, о чем-то умоляя нас. Потом сидели мы под лампой блеклой, что золотило тонкий дым. А поздние распахнутые стекла отсвечивали клубы. Ты, выйдя, задержался у решетки. Я говорил с тобою из окна, и ветви юные чертились четко, на небе зеленей вина. Прямая улица была пустынна, и ты ушел в нее туда. Я не прощу, душа твоя невинна, я не прощу ей никогда. Сентябрь 17-го года. Мы затевали антибольшевистскую газету. Согласие дали все, звоню Блоку. Нет, я в такой газете участвовать не могу. Уж не с большевиками ли вы? С большевиками. А Россия? Россия страдает. Ну, она не очень-то и страдает. Господь, Отец, мое начало, мой конец. Тебя в ком сын? Тебя, то в сыне, во имя сына прошу я ныне и зажигаю пред тобой мою свечу. Господь, Отец, спаси, укрой, кого хочу. Тобой в дух мой воскресает, я не о всех прошу, о Боже, но лишь о том, кто предо мною погибает, чем мне спасение дороже, о нем одном. Прими, Господь, мое хотение, ожги меня, как я свечу, но не спошли освобождение. Твою любовь, твое спасение, кому? Впереди 12 не шел Христос, так сказали мне сами хамы. Зато в Кронштадте пьяный матрос танцевал польку с прекрасной дамой. Говорят, он умер, а если б и нет, вам не жаль вашей дамы, бедный поэт? Женщина, безумная гордячка, мне понятен каждый ваш намек. Страшно, сладко, неизбежно. Надо мне бросаться в многопенный вал, вам, зеленоглазую наядой, петь, плескаться у ирландских скал. Никогда раньше Блок таких пошлостей не писал. Мне петь и плескаться, а ему петь интернационал. Я и Мережковский принадлежали к кругу русской интеллигенции, которую, справедливо или нет, называли совестью и разумом России. Черная книжка, последняя запись о петербургских дневниках 19-20-х годов.
19-й год, июнь. После 11-го вечера запрещено ходить по улицам. Обыски каждую ночь. Есть дизентерия и растет. Пыталась целый день продавать старые башмаки. Есть-то надо. 15 июля холера. В нашем доме двое умерло. Август. Расстреливают офицеров с женами по 10-11 в день, которые не хотели в Красной Армии служить. Зверей зоологического сада, еще не подохших, кормят свежими трупами расстрелянных. Петропавловка, благо близко, это всем известно. Расстреливают китайцы. Но при убивании, как и при отправке трупов зверям, китайцы мародерничают. Не все трупы отдают, а какой помоложе утаивают и продают под видом телятины. На баррикады, на баррикады, сгоняй из дальних, из ближних мест, замкни облавой, сгруди, как стадо, кто удирает, тому арест. Строжайший отдан приказ народу такой, что пикнуть никто не смел. Все за лопаты, все за свободу, а кто упрется, тому расстрел. И все, старуха, дитя, рабочие, что пели «Интер», «Национал», что пелим «Роя», а кто не хочет и роет молча, того в канал. Нет революции краснее нашей, на фронт или к стенке одной из двух. Поддай им сзаду, клади им в зашей, вгоняй поленом мятежный дух. Хочу сказать, и нету голоса, на мне почти и тела нет. Тугим узлом связались полосы часов и дней, недель и лет. Какой силой они двигаются.
Thank you.